Добрый вечер, уважаемые телезрители. В прямом эфире телеканала «Юрган» традиционный пятничный проект «Jam Session». Как всегда, у нас будет хорошая музыка. Но сегодня я могу сказать, что музыка будет громкая, как и, в общем-то, и всегда. И, наверное, можно сказать, на любителя. Но, тем не менее, все-таки это творчество, которое заслуживает внимания. И, может быть, кто-то что-то для себя в этом найдет. Ну, а кому нравятся песни, которые мы позже, чуть позже услышим, ну что ж, друзья, тогда наслаждайтесь, сделайте телевизор погромче, только не так, чтобы помешать своим соседям. По-прежнему вы можете писать смс в наш эфир 18.01. Не забывайте, что надо быть обязательно культурным и помните о том, кто оплачивает счет вашего мобильного телефона. И, в общем-то, пожалуйста, пользуйтесь, знакомьтесь, поздравляйте друг друга, делайте практически все, что хотите, но в рамках Конституции Российской Федерации. Также 46 90 41, эти цифры понадобятся тем, кто захочет до нас дозвониться. Друзья, будем рады пообщаться. Опять же, собственно, практически по любому вопросу, но все-таки желательно ближе к гостям нашего сегодняшнего эфира, которых я буквально через несколько секунд представлю. Прежде хочу выразить огромную благодарность команде профессионалов, которые с нами уже второй сезон. Это компания «Юмак», и также, в общем-то, по их просьбе поздравить одного человека, у которого сегодня день рождения, Игорь Райхель. Мы вас поздравляем от компании «Юмак», ну и от нас лично, потому что тоже вы нам, как-то я помню, хорошо помогли. В общем-то, друзья, всех, у кого сегодня хорошее настроение, предвыходное, кто с чувством отработал эту неделю трудовую в предвкушении выходных, настраивайтесь на них и слушайте музыку с нами сегодня. У нас в студии Гримориум Верум. Thank you.
before the night. What needs your flesh? It's not your blood. What live again? Immortal soul. I am the world. My damn exhaust. Quick out the spring. Into the dark. What needs your flesh? And become your blood. What live again? Immortal soul. I am the world. My damn exhaust. Quick out the spring. Into the dark. What is your flesh? It's not your blood. As you all scroll to die, then from time to time, hear my voice lift the house high. I will walk up for the night. As you all scroll to die, even then from time to time, blood and face grunge of old. Hear my voice from the house. Ну вот с такой эпической композицией, друзья, мы начали наш сегодняшний маленький апокалипсис. Кстати, вот на самом деле, когда начиналась тема, я подумал, что может быть это хорошо подошло для фильма «Терминатор», например. Как ты думаешь, Роман? «Терминатор»? Или что-нибудь посерьезней? Ну, скорее всего, что-нибудь в духе оккультизма, скорее всего, «Омен» и такого плана фильма. Подошло бы идеально. Хорошо, мы с вами, мы, я хочу, кстати, телезрителям, те, кто, может быть, смотрел нашу программу не с первого сезона, 3 года назад, получается, да, в первом сезоне вы у нас выступали. Что изменилось с тех пор? Мы тогда выступали, мы тогда выпустили первый альбом после воссоединения, это «Retaliation», и тогда мы сыграли несколько песен с этого альбома, представили несколько промо-песен следующего альбома, и вот мы его записали, этот альбом «Reborn», он хорошо разошелся. Я знаю, что даже где-то за рубежом, да, он пользуется популярностью, по-моему, ты говоришь. Да, спасибо добрым людям, они выложили в интернете, и как бы понеслось, я получил много отзывов, как Соединенных Штатов, с Южной Америки, с Европы, а недавно вот Китай, Япония присоединились. То есть прямо реально написали люди, что им нравится? Да, да. Это очень как бы нас порадовало. Вот. И у нас появился наконец-то живой клавишник. Его зовут Александр. Это довольно украшает музыку. Вот. Сейчас мы работаем над следующим альбомом. Сегодня мы, скорее всего, сыграем одну песенку из этого нового материала. Вот. А также у нас в ближайшем будущем выступление 14 апреля на Brutal фестивале, который здесь проводит Александр Масеев. Там будет известная команда из Германии. Дух, ничего себе. Также приедут гости из Украины, соседей, по-моему, с Архангельской области. Ну и местные звезды. Ну а мы, как всегда, будем разогревать их. Ну, то есть выступать. Скажем так, мы не любим слово «разогревать», мы там будем играть первыми. Потому что фестиваль такой брутальной направленности, там большинство команд будет играть чисто гитарную музыку. Вот. Ну, то есть вы фактически одни с исполнителем, да? Ну, мы единственные, у которого есть мелодия, скажем так. Хорошо. Я предлагаю послушать следующую композицию. Да, и следующая наша тема будет называться «Лича». Which is the
Я, конечно, не профессионал, но мне кажется, что вы стали лучше звучать все-таки с клавишами. Может быть, вы потом еще разрастетесь? Вообще, в идеале было бы взять хороший, профессиональный симфонический оркестр. Ну, я, в общем-то... Ну, можно с Асяка поговорить у них? И Асяка не пойдет. Посерьезнее. Я думаю, что если бы Квентин Тарантино взялся снимать «Мастер и Маргариту» на свой манер, то вполне ваша музыка как саундтреки могли бы подойти. А, кстати говоря, ты попал в точку. У нас есть любительский клип на эту песню «Witch». И там, кстати, взяты моменты шабаша как раз из сериала «Мастер и Маргарита». Кстати, его довольно неплохо уже посмотрели. Практически уже 3,5 тысячи. Я понимаю, по-английски «Ведьма», да? Да, песня «Ведьма». То есть сейчас всем тем, кто на наметах летает сейчас, вот там сейчас пролетела парочку, это для вас, милая дама, было. Роман, расскажи, пожалуйста, как много у вас в активе композиций вообще? И как активно вы занимаетесь вот творческим процессом? Если вспомнить все песни с самого начала, с 96-го года, то, в принципе, мы можем сделать концертную программу 3,5-4 часа. Вот. Но ввиду того, что у нас мы в большинстве случаев играем на сборных концертах, мы делаем программы, скорее всего, больше из последнего материала. Ну, плюс одна-две песни старые. Вот. И их как бы меняем, чтобы каждое выступление, оно просто по составу песен не повторялось. Чтобы было более-менее оригинально. И в основном мы сейчас играем программу Reborn. И как, просто мы вот сейчас, в данный момент, мы уже заканчиваем играть эту программу, потому что полностью уже отдались к сочинению нового материала. И я думаю, уже где-то, может, осенью мы подготовим уже полную
новую программу. Я, кстати, хочу ответить, что из всех нас... Сегодня, кстати, одни мужчины присутствуют на эфире, в общем-то, почти как и всегда. Своим творчеством мы сегодня постараемся вам задать хорошее настроение. А Роман один из нас сейчас только вот тут так хорошенечко вспотел, если можно. Теряешь килограммы на концертах или нет? Да, конечно. Домой приходишь и просто катастрофически хочется есть. А голос как восстанавливаешь? Или не у тебя он сам? Ну, голос, я утром становлюсь, и как бы уже все нормально. Все нормально. Да, вот это гроулинг, да, называется этот прием? Да, прием это называется, ну, общепринятый, скажем так, гроул. Ну, вот кому-то со стороны покажется, наверное, ну что там такого, просто так вот хрипеть и все. Надо ли учиться таким вещам? Как вам сказать-то на этот вопрос? Все равно надо же как-то, ну... Есть сейчас так называемые школы для гроула, для скрима. Даже так. Вот. Там людей учат этому. Но, понимаете, когда их начинают учить, и они начинают уже петь как бы, как все. Это либо дано, либо не дано. То есть надо больше все-таки чувствовать. Да, надо это чувствовать. Даже не важно, гроул этот, скрим, чистый вокал, там оперный. Ты должен, по-моему, делать свое. Найти свою вот эту нишу и продолжать развивать ее. Хорошо, есть у нас телефонный звонок. Напомню всем телезрителям 46-90-41. Телефон прямого эфира. Код Сыктывкара, я думаю, вы прекрасно знаете. Мы вас слушаем. Добрый вечер. Добрый вечер. Как зовут вас? Меня зовут Марина. Марина, говорите. Я бы хотела узнать вообще, кто исполняет эту музыку. Мне очень интересно, я в первый раз слышу в Сыктывкаре это творчество. А вам нравится такого жанра музыка? К сожалению, или может быть даже к счастью, нет. Нет, а какой предпочитаете вы жанр слушать? Популярную музыку? Знаете, нет, больше русский рок. Русский рок. Хорошо, Марина, сейчас мы вам ответим. Расскажи, пожалуйста, про вас. Мы группа Grimoire Verum. Мы образовались в конце 96-го года. Вернее, берем историю. На данный момент гитарист Андрей, клавишник Александр. И я, вокал Рома Даймонд. И мы исполняем симфо блэк метал. Вот исчерпывающая, по-моему, информация. Узнаете больше и услышите больше, если останетесь с нами. После короткой рекламы мы вернемся. У нас в гостях сегодня команда Grimoire Verum.